Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Последние 35 лет я занимался тем, что исследовал сверхъестественное. И вот мы решили показать вам 10 моих лучших гостей за эти 35 лет. Видите ли, я очень хочу помочь вам прикоснуться к сверхъестественному, чтобы стать нормальным, в соответствии с законами Царства Божьего, а не в соответствии с законами этого мира. Вскоре вы услышите информацию, которая поможет вам приобщиться к этому. У вас откроются духовные глаза, и вы сможете увидеть невидимый мир. Вы начнете познавать будущее. Вы будете молиться за больных и видеть, как они исцеляются. У вас будут небесные видения и сны. Знаете, я бы хотел, чтобы и меня кто-нибудь также приобщил к Богу, когда я только стал еврейским верующим в Мессию. Мой гость — Earthquake Kelly, чье прозвище в переводе значит «землетрясение», получил его, когда был профессиональным боксером, когда ему как-то нанесли удар на ринге, его словно поразило землетрясением. Он был главным священником вуду для народа Гаити. Он пережил клиническую смерть от передозировки наркотиков и побывал в аду. Много лет спустя он умер опять и отправился на небеса. Когда он был на небесах, его сын, которого застрелили из проезжающего мимо автомобиля, сказал ему, что он наделен особым предназначением на этой планете. И после этого он вернулся домой. Сегодня я предлагаю вам посмотреть мою беседу с Earthquake'ом. Я увидел ангела, который был намного выше меня, и он сказал мне: «Осмотрись». Там было так красиво. Насколько могли видеть мои глаза, я видел, что все, что там было, очень красиво. Сид, там были красивые цветы, каких я раньше никогда не видел. Просто восхитительные. Все это было похоже на то, будто я просто восхвалял Бога. Я посмотрел на траву, а трава была так хорошо ухожена. Казалось, что в каждую травинку инкрустирован то ли алмаз, то ли эмблема. Все это было так красиво. Тамошние цвета не сравнятся с обычными цветами. Все вокруг, вся обстановка была просто... О, Боже! Как красиво там было. Я пошел вдоль реки, которая вытекала из большого красивого золотого дворца. Она словно состояла из жидких кристаллов. До того гладкими были воды той реки. Затем я услышал голос и убедился, что ангелы пели гораздо лучше любого хора, который я когда-либо слышал на земле. Никакой хор не может сравниться с тем, что я услышал там. А затем я увидел их на деревьях. Знаете, мне кажется, я чувствую то же, что и вы тогда. Вы же потом вернулись к жизни. Да. Когда вы рассказываете, кажется, что и сам попадаешь в другой мир. Да, когда я рассказываю об этом, я начинаю тосковать по нему. Итак, вы увидели реку. Да, реку, которая вытекала из большого золотого дворца, и казалось, что все вокруг находится в постоянном движении. Трава качается, река течет, а ангелы поют. Там были такие большие деревья. Боже, да чего же они были огромными! Они кланялись, восхваляя Бога. Там не было теней. Я не отбрасывал тени, потому что все было окружено светом. Это было просто красивое, светлое, удивительное, удивительнейшее место, которое я когда-либо видел. Затем вы кого-то увидели. Да-да. Расскажите об этом. Я пошел по берегу реки, и вот, идя по берегу, я оглядывался вокруг, пытаясь увидеть кого-нибудь из святых, которых я знал. Затем я попал на службу и увидел, что кто-то с другого берега смотрит на меня. Конечно же, я не зря ждал какой-то очень особой встречи. Это был мой сын, Скотт. Я увидел его, а он увидел меня. И сказал: «Скотт, это ты?» «Это ты?» Я спросил его: «Как мне попасть туда, где ты стоишь?» То есть вас разделяла река. Да, между нами была река. Я был на одной стороне реки, а он был на другой. Я хотел подойти к нему, чтобы просто его обнять, но он сказал: «Ты не можешь подойти ко мне сейчас, папа. Ты должен вернуться назад. Ты дал Богу обещание, что ты закончишь работу, которую ты должен сделать». Я сказал ему: «Нет, я хочу подойти к тебе. Я не хочу больше никуда возвращаться. Я хочу остаться здесь, в этом месте». Он сказал: «Нет, папа, ты не закончил свое дело. Ты должен вернуться». Я пытался найти лодку, пытался найти шину,
плод, все что угодно, лишь бы попасть на ту сторону. Я не хотел возвращаться сюда, потому что то место было по-настоящему восхитительным. Вы ощущали себя словно на небесах. Боже, лучшее мое состояние просто не опишешь. Казалось, что Бог и любовь были там повсюду. Боже, как много там было любви везде, куда бы вы ни ступили. Казалось, что Бог обнимает вас своей любовью. Я еще не встречал никого, кто бы пережил подобное. Даже если они любили свои семьи и хотели вернуться, потому что тосковали по ним, желание остаться было таким сильным, с вами случилось нечто подобное. Да, потому что я верил в Бога так сильно, что знал, что моя семья будет в хороших руках. Я знал, что о моей жене позаботятся. Она любит Иисуса и все с Ним связанное. А еще я знал, что когда-нибудь я снова встречусь с ней. Я хотел остаться там, потому что мне там очень нравилось. Скучать по родным — это не то же самое, что скучать по умершим. Это другое. Ваше мышление, как только вы попадаете туда, оно становится совершенно другим. Там нет горя. Вы не печалитесь о тех, кого вам не хватает. Это словно быть у Бога в руках, потому что любовь Божья показывает вам, как вы их любите. Кажется, что они у вас в руках. Итак, что вам сказал ваш сын? Он сказал, ты должен вернуться. Затем он напомнил, папа, ты помнишь, что когда-то у нас был разговор, в котором ты обещал мне, что ты закончишь работу, которую ты должен сделать? Он сказал, ты не можешь пойти со мной, ты должен закончить, у тебя еще много работы. Есть еще так много людей, которым следует услышать то, что ты должен им сказать. Но ведь вам дали инструкции, что говорить людям на земле. Да. Расскажите немного о том, что вам сказали, о тех маленьких детях, которых вы видели на небесах. Конечно, с удовольствием. Когда меня словно невидимой рукой переносило назад от того места, где был мой сын, я видел несколько группок детей. Они бегали, играли, веселились, и знаете, я хотел пойти к ним и поиграть с ними. Я сказал, ничего себе, посмотрите на них, им так хорошо, нет боли, нет печали, никаких бед. И тогда я услышал голос Бога, он сказал, ты задаешься вопросом, кто эти дети, не так ли? Я не говорил этого вслух, но я думал об этом. И он взял эти мысли из моей головы, потому что в Библии говорится, ты можешь спросить о чем угодно. Поэтому Бог просто взял эти мысли. Я сказал, конечно, кто эти дети? Но он сказал, те дети, которых ты здесь видишь, некоторые из них были убиты в войнах по всему миру. Некоторые из них были просто убиты. Некоторых из них оставили умирать и так далее. Он все повторял, они сейчас со мной. Они со мной. Наверное, многие из них были убиты путем абортов. Да, такие дети были в следующей группе, которую он мне показал. Всего он показал мне три группы детей. Понятно. Да, всего показал три группы детей. Какие же дети были во второй группе? Вторая группа детей играла. Он сказал, ты видишь этих детей? У меня была цель для них. Я кое-что припас в своем сердце для них, чтобы они сделали кое-что для моего царства. Затем он добавил, мы из-за болезни и жестокосердия мужчин и женщин, они прервали их жизнь и отправили их обратно. Это... сверхъестественное. С вами Сид Рот, я изучаю сверхъестественное уже более 35 лет. И сейчас вы увидите мои самые лучшие интервью. Зачем? Чтобы и вы смогли приобщиться к сверхъестественному. Я хочу познакомить вас с моим другом Джейсоном Уэстерфилдом. Когда он был совсем юным, с ним практически каждый день вдруг стали происходить сверхъестественные события. Он был в буквальном смысле, я хочу сказать, по-настоящему перенесен в Пентагон и Белый дом. И увидел несколько секретных заседаний, а затем, после того, как он увидел, что происходило в Белом доме, он прочитал о том, что там произошло в новостях. Этому человеку за 40 минут была передана сверхъестественная мудрость, и он знает будущее экономики. Он знает об энергетической революции, которая изменит всю нефтяную промышленность. Поэтому я предлагаю посмотреть вам его интервью. Давайте посмотрим интервью с Джейсоном Уэстерфилдом прямо сейчас. Однажды во время молитвы Господь перенес меня в место, где в будущем я буду много раз бывать по различным делам. Господь перенес меня туда просто, чтобы показать мне, что там происходит. Не только для того, чтобы показать мне, но и чтобы я мог молиться. Потому что, когда у народа праведный лидер, народ действительно благословлен. Когда я там оказался, было раннее утро, и там сидел человек. Я не мог вспомнить, кто был этот человек, но я знал следующего джентльмена, который вошел туда. Это был президент Джордж Буш. Когда он
ушел, он разговаривал с Аланом Гринспеном и предлагал ему еще один срок руководить Федеральной резервной системой и наблюдать за всей нашей экономикой. Когда я вернулся оттуда, я рассказал людям о том, что происходит, и что Алан Гринспен будет еще снова наблюдать за экономикой. Потом, через несколько месяцев, в газетах появились заголовки. А еще вы молитвой призывали ветра. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, Бог — это Господь Всемогущий. Помните, что вы сделали вчера, когда беседовали со мной? Вы сказали: «Вы чувствуете ветер?» И тут внезапно я почувствовал, как ветер дует мне в лицо. Бог — это Господь Небес, и поэтому Он может влиять на атмосферу и окружающую среду, а также и на погоду. Бог действительно ими управляет и держит их под контролем. Об ангелах же сказано: «Ты творишь ангелами своими духов». И поэтому иногда, когда царство земное прикасается к сверхъестественному, духовное царство касается царства природы. Там появляется много ангелов. Когда начинает происходить то, что происходило уже много раз, вы замечаете, что начинают дуть ветра. Как-то несколько лет назад я был в местечке Санта-Нелла в Калифорнии, и Господь сказал мне: сегодня здесь будут ветра рекордной силы из-за того, что здесь будет много ангелов и совершится много чудес. Мне даже не пришлось ни до кого дотрагиваться. Я лишь поприветствовал Святой Дух Божий, вошедший в то помещение. Там был Дух Господа, и произошло много чудес. Глаза людей, которые не могли видеть, начинали видеть. Опухоли исчезали. Кроме того, открылось так много силы, что стали исцеляться люди из местной больницы, а затем они начинали охотно посещать наши службы. Мы слышали, как дуют ветра и гоняют повсюду мусорные баки. Я пошел в свою комнату, чтобы меня случайно не сдуло ветром. Кстати, когда меня обдуло ветром, я смотрел на вас. Вы сказали мне, чтобы я смотрел на вас. Объясните, зачем? Я ведь совсем не понимаю, что же тогда происходило. Но я сделал то, что вы мне сказали. Я посмотрел на вас, и внезапно вас охватило светом, и вы исчезли у меня из виду. Так что же происходило в тот момент? Джейсон, поделитесь, пожалуйста. В Библии сказано, что мы свет мира, а Бог — это свет. Когда мы прикасаемся к Святому Духу, мы наполняемся им. Вы молились, чтобы я увидел Дух Святой? Да. Вот что произошло. Мы увидели духовные вещи, и наша жизнь стала отражаться в них. Поэтому, когда происходит что-то подобное, начинают дуть ветра. Там, где было затемнение, вы теперь сможете пройтись или пойти куда-нибудь, а как только вы там появитесь, люди тут же начнут исцеляться. У них начнутся духовные встречи, а их жизни и мысли наполнятся надеждой. Вам за 40 минут были переданы знания о том, что Бог собирается сделать с экономикой. Я тоже хотел бы кое о чем узнать. Я завтракал с женой и не чувствовал ничего духовного вокруг. Просто наслаждался завтраком с женой. А затем у меня было видение, продолжавшееся где-то 40 минут. Господь показал мне грядущую революцию в энергетике. Когда у нас была индустриальная эпоха, а наше поколение войдет в историю как энергетическая эпоха, произойдет энергетическая революция. Он показал мне, что вскоре мировая экономика будет базироваться на водороде. Когда настанет это время, на планете начнут происходить различные геополитические изменения. Начнутся массовые движения за права человека. Я увидел несколько новых устройств-преобразователей, благодаря которым любой стране будет хватать электроэнергии. Из-за этого мир не будет зависеть от нефти, и поэтому произойдут глобальные перестановки в мировой власти. А вам случайно не показали, что произойдет с экономикой Соединенных Штатов? Ведь с каждым днем спад в ней становится все больше и больше, и куда уж дальше? Я знаю, что Бог не в обиде на Америку. Я знаю, что Бог любит Америку. Он отец не только для Америки, но и для всех народов. Как вы знаете, Господь поотечески смотрит и на другие народы, и видит в них своих детей. Любой народ, который соответствует Ему, получает Его волю, Его мысли и Его пути. Он понемногу начинает обучать этот народ. Есть страны, которые сейчас начинают проявлять свою силу, они начинают во многом преуспевать и добиваются гораздо больших успехов, чем раньше, и из-за этого они забирают у Америки кусок пирога. Это не означает, что Бог в обиде на Америку. Это означает, что другие страны начинают добиваться успеха.
успеха. Можно начинать делать инвестиции в Новую Зеландию, в Австралию, в Бразилию, в Индию, в развивающиеся страны, в Китай и в Украину. В Украину? Почему именно в Украину? Украина играет важную роль на рынке зерна. Украина производит много продуктов питания. Она может обеспечивать продовольствием многие страны в этом мире. Вы знаете, что в Библии говорится о том, что в последние дни зерно станет очень дорогим. Вам действительно кажется, что Бог хочет, чтобы верующие инвестировали свои деньги в продукты питания и сырье? Господь показал мне, что за 2 года произойдут большие перемены. Стоимость доллара начнет снижаться из-за экономического роста в других странах. Если мы начнем инвестировать в некоторые из этих валют больше, чем отложим где-то про запас, мы увидим, что наши деньги начнут увеличиваться и расти. Как я уже говорил, это касается и товаров. Вскоре на рынках будет такая неуверенность, что люди будут бояться инвестировать так много денег или станут инвестировать в другие валюты или сырье. Так что посмотрите на золото, на нефть, на драгоценные металлы, а затем посмотрите на сырьевые товары. Вскоре там будут достигнуты новые максимумы цен. Мы можем увидеть, что это начинает происходить уже сейчас. Это сверхъестественно. Гэри Вуд попал в ужасную автомобильную аварию. Он пережил клиническую смерть и совершил самую удивительную экскурсию на небеса. Он видел комнату, где лежали разные части тела. И, к сожалению, там было очень много невостребованных подарков. Давайте посмотрим, что произошло 23 декабря 1966 года, после того, как Гэри попал в эту аварию. Я ехал домой, и со мной в машине была моя младшая сестра. Мы уже грезили о том, как проведем Рождество с нашей семьей. И она пела песню «Тихая ночь, светлая ночь». Я просто слушал ее красивый сопрано, и вдруг она издала леденящий кровь вопль. Я вернулся, чтобы посмотреть, в чем дело, и тут же врезался в кузов 10-тонного грузовика с цистерной, который в тот вечер был незаконно припаркован на краю шоссе. Он был полон нефти. В городе, который мы проезжали, находилось большое месторождение нефти. Весь этот грузовик был полон нефти. Она увидела его отражение в бампере и попыталась меня предупредить, но было уже слишком поздно. Сид, это все равно, что врезаться в стену, и наш автомобиль просто сложился, как гармошка. Я помню только, как я вышел из своего тела. Умирать было совсем не больно. Сначала я ощущал боль. Казалось, что словно в носу у меня что-то взорвалось. В нижней части лица я ощущал резкую жгучую боль, а затем я просто освободился от всей боли. Это было похоже на то, словно с меня сорвали одежду и куда-то ее отложили. Меня забрали по-настоящему огромное вихревое воронкообразное облако и такой яркий свет. Не такой яркий, как свет в этой студии, а просто меня охватил очень спокойный свет. Я начал подниматься вверх и пошел по дорожке, такой, какие бывают в современных аэропортах, где вы идете, а дорожка в это время движется. Вдруг я услышал пение. В то время в колледже моим профилирующим предметом была музыка. Когда я учился в средней школе, я получил несколько наград за свое пение. Так вот, я услышал удивительнейшее пение, какое я только слышал на земле. То есть, в отличие от меня, вы можете отличить по-настоящему хорошее пение от среднего. Разумеется, это было самое изумительное пение, которое я слышал в своей жизни. Ангелы небесные пели: «Достоин, агнец закланный, принять славу и силу, премудрость и крепость будут даны тебе навсегда, Господи. Аминь и аминь». Сид, я уверен, вы никогда не слышали ничего подобного. Представляете? Каково это, когда триллионы и миллиарды ангелов поклоняются Богу и прославляют Его? А на земле вы слышали что-нибудь подобное? Разумеется, нет. Иногда в некоторых церквях я попадал в подобную атмосферу, когда люди начинали восхвалять Бога, но это не сравнится с тем, что я услышал, когда ощутил эту славу. Я помню, что как только это облако открылось, я увидел этот гигантский золотой спутник, парящий в космосе. Знаете, самая изумительная мысль, которая может прийти человеку на ум, это мысль о небесах и о том, как туда попасть. Слава Богу, что мы остались ощупью ходить во тьме, но Бог дал нам свое слово, которое, как светильник, освещает путь нашим ногам. Я помню, что видел основание этого города. Оно состояло из крепкой яшмы и алмазов. Я помню каждую сваю. Их было 12, и каждая была сделана из разных камней. Я помню, что увидел именно
имена 12 апостолов, они были написаны на тех 12 камнях. Это очень похоже на то, что описано в Священном Писании. Это описывается в книге Откровения. Я увидел ворота из крепкого жемчуга. Библия дает нам размеры того города. Во Флориде я сотрудничал с одним ученым, и мы вывели эти размеры. Этот город представляется кругом площадью в 2,7 миллиардов квадратных километров. Высота этого города 780 тысяч этажей. И там есть достаточно места, чтобы с удобствами разместить 100 тысяч миллионов людей. Так много? Это больше людей, чем когда-либо одновременно проживало на планете Земля. Но Иисус говорил так: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место». Не хочется забегать вперед, но скажите, видели вы свою обитель? Да, видел. Какая она? Она была похожа на дом в колониальном стиле. Там был большой забор, я видел все это, и красивые мраморные колонны. Затем я прогулялся по своей обители. По небесам меня водил мой умерший друг. О нем я вам рассказывал выше. Тот, который лишился головы. Да, он лишился головы, но я сразу же его узнал. Он был без головы. Я сразу узнал его, потому что у него была голова. Он выглядел точно таким же, как я помнил его на земле. Как мило было со стороны Бога послать его, чтобы он вас встретил. Я узнал, что когда вы только попадаете на небо, Бог посылает вам специального человека, чтобы он сопровождал вас. Это может быть, например, ваша мама. Это может быть любимый, который вас покинул, и они показывают вам небеса. Когда вы его увидели, вы его обняли? Я обнял его. Мы с ним обнялись и просто немного поделились новостями. Он сказал мне: «Я должен тебе так много рассказать». Затем он начал мне все показывать. Я направился к своей обители. Я вошел и увидел, что в комнате, похожей на гостиную, стояли три ведра с краской. Мой друг взял в руку одно из этих ведер и полил краской на стену. И тут же на стене появился красивый цветочный орнамент. Теперь вы действительно узнаете меня и мой характер. Я тоже взял ведро и вылил его на стену, и тут же вся комната пропиталась этим запахом. Сид, вся комната благоухала, словно розы. Затем он сказал мне, что комната еще не готова, чтобы я ее занял. Он сказал, ты должен идти. И вот я вышел. Я пошел по улице, которая была из чистого золота. Она была прозрачной. Через нее было все видно. Она была как стекло. Прозрачное золото? Золото бывает прозрачным. Вы можете пойти к ювелиру, и вам расскажут, что в золоте есть некая примесь, и когда эту примесь удаляют, золото становится совсем не желтым. Гарри, одна вещь поразила меня больше всего. Вы побывали на небесах в библиотеке. Расскажите об этом. Там были всевозможные тома. Когда кто-то делает Христа своим личным Господом и Спасителем здесь на земле, ангел берет тряпку и просто стирает все проступки и все плохие дела, которые этот человек совершал в своей жизни, а затем его имя записывается в книгу жизни Агнца. Вы видели это своими глазами, когда побывали там? Я видел это своими глазами. Я видел, как мужчина на земле приобщился ко Христу, и все его проступки были стерты с этой книги. Это все показалось вам реальным? Это показалось мне очень реальным, потому что я увидел свое имя, написанное у Агнца в книге жизни. Я видел книги, в которых были записаны молитвы и просьбы других людей. Там был описан душевный рост многих людей на земле. А еще я увидел, то есть на небесах обращают внимание на то, чем мы занимаемся, совершенствуемся ли мы духовно или смотрим телевизор. Да, в конце концов, наши души спасаются.